количестве подготовки дней. Опыта СВО и позиции на Донецк и Луганск. Эвакуация из техники раненых, из окопов и сам процесс доставки до средств эвакуации. Почти месяц. Сами учат. Не навыкам, да, военно-прикладным. Ну, не все умеют. Так, поделитесь опытом и потом все вместе пойдем. Справа происходит АТС, значит, в наступательном бою. 85. Естественно, она не тупая, она догадается, какое число последнее. О, слева министр обороны. Центр ППЛА, именно резервный формирование по довольствию. По контакту, здесь они на симуляторах специфическую программу проходят, симулятор обучаются, летают на тренажерах. Сегодня наработан большой боевой опыт выпускниками центра нашего. Здесь то оборудование, на котором мы обучаем наших военнослужащих, обучаем разведки. Автоматом Калашникова владеет почти каждый. Если не каждый, если не каждый, через одного точно. Это же это становится уже такое, как. Ну тут одна из основных задач, чтобы это массово войска все реализовать. Войска массово пошло, но противник тоже не дремлет. Попадание. Цель поражена. Возвращаюсь. Пошел добровольцем с Урала. Контракт подписал на 6 месяцев. Два брата были, вернулись. Все хорошо. Вот уже решил пойти. В настоящее время друзья там сейчас. Служу России. Что же они возгоняются тут так? Служу России. Надеюсь, один тебе представляет это? Это очень огромная эмоция, потому что приятно. Мы все-таки выучились на медиков, защищать хотим так же, как наши мужчины доблестные, но мы защищать хотим их.